Крипторегулирование в Мексике. Мексика примет новые законы, направленные на регулирование отрасли финансовых технологий, сообщает Cointelegraph. Законопроект включает в себя ряд правил функционирования финансовых компаний, которые помогут стимулировать конкуренцию и защищать пользователей в этом секторе. Закон позволит бороться с незаконным отмыванием денег. Наряду с Великобританией и США Мексика создает новые правила для финансовых компаний в сфере криптовалют.